Покупка биткоинов венчурным фондом Founders Fund, основанным Питером Тилем, повышает стоимость технологических компаний. Фонд активно инвестирует в технологический сектор, оценивая при этом риски и возможности высоких доходов. Приобретенные фондом биткоины уже достигают сотен миллионов долларов, хотя изначально предполагались инвестиции на сумму в 15-20 миллионов долларов. Покупка криптовалюты началась в середине 2017 года. Founders Fund уже имеет под своим управлением более 3 миллиардов долларов, инвестировав ранее в такие известные бренды, как Facebook, Airbnb и Lyft.